Всем привет! Это реплика номер 3. И я по-прежнему здесь высказываюсь на профессиональные темы, которые как-то меня разозлили. И вот сейчас я хочу поговорить о формировании профессиональной идентичности. Все так же я буду рассказывать вам о том, что я думаю по этому поводу, иногда посматривать свои заметки. И что мне хочется обсудить сегодня. Сегодня я буду опираться на теорию динамической концепции личности, немного адаптируя ее под, собственно говоря, тему формирования профессиональной идентичности. И у вектора присвоения навыка, вектора формирования профессиональной идентичности есть 3 этапа. Я реальный, ты реальный и я профессиональный. Сейчас я расскажу вам о всех 3 этапах по очереди и расскажу о тех сложностях, отклонениях от вектора, которые могут быть на каждом этапе. И первый этап – я реальный. То есть я как участник нового профессионального обучения, как человек, который входит в новое профессиональное сообщество, хочу узнать, какие здесь есть права, какие инструкции, какие правила, какие у меня обязанности. В общем, я хочу изучить все, как здесь устроено. И мне важно удовлетворить на этом этапе свою базовую метапотребность безопасности. Какие сложности могут быть на этом этапе? Например, я просто не замечу и проскочу этот этап со всеми его правилами и прочим. То есть, по сути, я никогда не пойму, где я оказался реально. Что я из себя представляю теперь, как новый член сообщества, как обучающийся. Я не понимаю, как мне действовать. Я даже не задумываюсь об этом. И внутренне я буду всегда ощущать себя кем-то сторонним, потому что я не понимаю, как с этими внешними обстоятельствами взаимодействовать. И люди будут ощущать меня как некоторое инородное тело, потому что они тоже будут видеть мою неуклюжесть. Вторая сложность – это наоборот. Когда я буду чрезмерно много уделять внимания вот этой безопасности, чрезмерно дотошно вгрызаться в правила, и так и не смогу дойти до вот этого образа «я реальный». Просто потому, что мне все время будет что-то мешать. Я буду тревожиться, что я не соответствую новому статусу. Я буду тревожиться, что он мне не подходит по каким-то причинам. Я буду думать, что вот, мне еще что-то нужно, я недостаточно готов. Или среда недостаточно готова. Второй этап – ты реальный. То есть здесь мне важно удовлетворить свою потребность в привязанности. То есть мне важно быть принятым и самому принять людей в сообществе профессионалов единомышленников. Увидеть настоящих людей, а не иллюзии. Мне важно по-настоящему встретиться, по-настоящему научиться взаимодействовать, быть в диалоге с теми, с кем я оказался в одной среде. Какие тут могут быть сложности? Первое, я могу быть фрустрирован отвержением, то есть или объективно существующим, или субъективным отвержением, которое я как-то почувствовал, как непринятие меня. Или я могу сам, например, не смочь приблизиться к коллегам. В этом случае энергия падает, я дальше не могу двигаться в этой профессии, потому что все время чувствую себя непринятым, недостаточно близким, не могущим взаимодействовать с окружающими. Вторая сложность, если на предыдущем этапе я так и не сформулировал образ «я реального» и продолжил дальше двигаться в обучении, дальше двигаться в карьере, но так и не интегрировал эту новую идентичность. В этом случае я могу продолжать находиться своим страхом. И, образно говоря, я не дохожу до контакта с коллегами, подменяя вот взаимодействие с ними каким-то суррогатом. Я постоянно в своих мыслях, как-то со стороны, там, постоянно залипаю в телефон и как-то всеми возможными способами, предлогами отстраняясь, не приближаясь к людям. Или же наоборот, я с помощью таких позитивных проекций, позитивных идеализирующих представлений о людях вокруг. Мне же нужно, преодолев свой страх, как-то с этими людьми сблизиться. Я их идеализирую. То есть я вижу нереальных коллег, с которыми как-то мне нужно наладить взаимодействие, а некоторый образ обожания. Я вот в них верю, но вместо «ты реального» я формирую образ «ты нереальный», потому что действительно я вижу то, что мне хочется видеть, тех людей, с кем бы мне точно удобно было взаимодействовать, некоторый свой идеальный образ, не подкрепленный реальностью.
И третий этап вектора формирования профессиональной идентичности – это я профессиональный. То есть на этом этапе мне становится важно получение профессионального признания. И оно бывает двух видов. Первый вид – это от равных, например, от однокурсников или коллег, равных по статусу. И второй вид признания – это признание авторитета, например, учителя, например, коллег с большим опытом, например, руководства. И в случае, если моя потребность в признании, в профессиональном одобрении, в профессиональной оценке позитивной фрустрирована, я попадаю в такую нарциссическую реакцию, и моя энергия падает, я ухожу из профессиональной среды, профессионального сообщества, или же наоборот, поднимается энергия у меня, и я восстаю, я выхожу в оппозицию, я прерываю всяческие контакты с коллегами и, по сути дела, потом стараюсь доказать свою значимость. Чаще всего это, кстати, происходит уже в каких-то конкурирующих организациях, или я самопровозглашаюсь профессионалом и в дальнейшем стремлюсь показать, что я лучше, качественнее и точно превосхожу былых авторитетов. Собственно, как можно преодолеть нарушение, отклонение в этом векторе формирования профессиональной идентичности, чтобы пройти от и до, от начала, от того момента, когда я решаюсь вступить в новую профессию, и до того момента, когда я чувствую свою принадлежность и навыковую готовность и причастность к некоторому сообществу. Нужно в случае отклонения от вектора отойти на шаг или на два назад, и заново пройти недоделанные, недоформированные шаги, недоделанные, недоформированные образы. То есть сформировать и я реальное, и ты реальное, и я профессиональное. Собственно говоря, это все, что я хотел сказать. Учитесь, становитесь классными профессионалами. Всем успехов, комментарии, мысли, размышления жду здесь. Удачи!